Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о своих новых покупках в магазине Fix Price и в магазине Магнит Косметик по невероятно низкой цене. Дождитесь конца, потому что вы увидите, насколько дешевые покупки и хорошие можно купить в Магнит Косметик. Значит, во-первых, в магазине Fix Price я купила вот такой массажер. Я уже и покупала такой массажер, но он где-то у нас затерялся. Мне нравится он чем? Что, во-первых, он легко надевается на руку, во-вторых, у него две стороны. Вот эта мелкая сторона мне нравится больше. Может, кому-то нравится крупная сторона. Очень хороший массажер, очень хорошо массажирует, и с ним очень удобно бороться с целлюлитом. Поэтому мы его всегда покупаем. Затем я купила лак Beauty, который мы всегда покупаем, я им пользуюсь. Это самый обычный лак. Написано, что он очень сильная фиксация, он нормальной фиксации, в общем, пользоваться им можно. Примечательно, что у него очень доступная цена. Затем я купила свой любимый гель-скраб, который я применяю практически каждый раз перед ванной. После него кожа становится действительно нежной и гладкой, как у ребенка, потому что скраб удаляет омертвевшую кожу с нашего лица. Поэтому я очень люблю этот товар и всегда его покупаю. Затем я купила маленький вот такой чехольчик для телефона. Это, конечно, не для смартфонов, это для старого образца, но все равно пригодится в хозяйстве. Кроме того, я купила ребенку вот такую конфету «Выбери меня». Она стоит всего лишь 8 рублей 30 копеек. Он ее любит, эту конфету, но я считаю, ничего в ней особенного нет. Самая обычная бисквитная конфета, только дешевая. Затем мы еще взяли вот такой рулет, тоже с джемом со вкусом вишни. Мы берем либо лесные ягоды, либо вишневый. Тоже примечательная его цена. Он идет за полцены, за 25 рублей, поэтому он нам нравится. Но ничего особенного в этом рулете нет. Обычный рулет, каких везде полно. Просто примечательно, что он такой дешевый. Затем я купила еще ребенку совочек. Это уже на будущий год. Он шел за 16 рублей с чем-то. И этот совочек нам всегда пригодится, потому что мой ребенок постоянно на море теряет совочки, формочки и так далее. А мы живем на море и ходим туда летом практически каждый день. Затем я купила ребенку вот такую военную машинку. Ему очень нравится такой тип машинки. Мне тоже она нравится. Она яркая, колеса красные, сама зеленая, такая компактная и довольно качественная. Кроме того, я купила ему вот такой мячик, который постоянно прыгает, и он на резиночке. Конечно, когда вы берете такой мячик, будьте готовы к тому, что ваш ребенок будет постоянно тарахтеть этим мячиком. Это иногда очень утомляет, поэтому имейте в виду. Затем я купила карандаш для губ. Я постоянно его беру, потому что я крашу губы и всегда обвожу их карандашом. У меня эти карандаши очень быстро заканчиваются, потому что длина у них всего лишь около 3 сантиметров стержня. Он выдвижной, его не надо затачивать, очень удобно. Недостаток лишь один, что этот стерженек у нас коротенький. А так хороший яркий карандаш, выдвигается очень удобно. Я люблю эти карандаши, потому что я всегда крашу губы. Затем мы купили вот такой сок мой. Он довольно жидковатый, но приятного вкуса. За 1,5 литра мы платим 50 рублей. Я считаю, это нормальная цена для такого товара. Ну, конечно, естественно, что это нектар. Затем я хочу рассказать вам о божьей коровке. Я купила в прошлый раз эту божью коровку. И эта божья коровка понравилась моему ребенку чем, что он хотел с ней играть. А потом я выяснила, что она действительно хорошо собирает мусор с мебели, например. Потому что водишь этими роликами, и они собирают. И хочу вам сразу показать. Вот посмотрите, весь мусор собирается здесь. Я специально это так сделала, чтобы вам показать. Потом его высыпаешь и все. Сами ролики тоже можно вычистить, вытащить и почистить хорошо, чтобы они были чистые и снова хорошо работали. И еще одна из моих зрительниц сказала, что она применяет эту божью коровку для того, чтобы собирать шерсть скота. Я считаю, это очень действительно хорошее изобретение, потому что все мы знаем, что шерсть животных собрать очень сложно. А эти ролики действительно собирают шерсть и волосы и так далее. Поэтому вот эта вот божья коровка мне очень сильно понравилась в применении.
Затем я купила ребенку вот такую красную фрисби на следующий год. Почему я покупаю фрисби? Потому что мы живем на море, и постоянно мой ребенок пользуется этими тарелками. И посмотрите, во что превратилась наша предыдущая тарелка. Сейчас мы будем выбрасывать. Это я просто решила вам показать. Вот он так ее швырял, что она летала по камням у нас на море. И тут вообще откололся кусок, а с этой стороны треснуло. То есть он действительно ею пользовался, ему нравится. И вот теперь приходится покупать уже новую на следующий год. Затем я опять купила санинспектор «Океан», на этот раз синий. Вот эту таблеточку мы кидаем в бачок унитаза, она медленно растворяется, окрашивает водичку в голубенький цвет, дает неуловимый запах. Некоторые из моих зрителей говорят, что им не нравится эта таблетка тем, что она быстро растворяется. Возможно, в некоторых местах она растворяется быстрее, чем у нас, потому что у нас, например, мягкая вода, и, наверное, из-за этого все происходит медленнее, нас устраивает. А, наверное, где более едкая вода с более сильным составом солей, наверное, она растворяется быстрее. Но нас эта таблетка полностью устраивает. И еще я купила вот такой вот как бы хомутик цветной. Они были разных цветов, мне понравился синий. Это я надеваю на шею, перекручиваю, оно идет как такой яркий шарфик. Мне очень понравилось, я постоянно пользуюсь вот этим шарфиком. Я считаю, что это очень хорошая, симпатичная, удобная вещь, особенно если у вас застывает горло. У меня часто простужается горло, поэтому я люблю носить либо свитера под горло, либо надеваю этот шарфик. Он мне очень нравится, он яркий, красивый, теплый. А сейчас я вам расскажу о тех товарах, которые я купила в Магнит Косметика, которые поразили меня своей невероятно низкой ценой. И несколько товаров будет из самого гипермаркета Магнит, потому что мы живем рядом с этими магазинами. Вот, посмотрите, вот это я вам показываю циновку. Циновка для пляжа стандартного размера, длинная до стандартной ширины. Представьте, я зашла, купила ее осенью, она стоила всего лишь 41 рубль. Но 41 рубль это вообще смешно, поэтому я купила ее, она будет на следующий год на море. Затем мы зашли вчера в Магнит, уже в гипермаркете Магнит появились вот такие шоколадные фигурки. Стоят всего лишь 28 рублей 50 копеек. Поэтому я купила ребенку и на Новый год, и просто так кушать. Потому что у нас уже в гипермаркете готовятся вовсю к Новому году. Затем мы купили еще макароны. На этот раз они стоили 400 грамм 13 рублей. Вполне качественные макароны. Поэтому мы их с удовольствием покупаем и едим. Они хорошо очень идут, если их приготовить с мясом, как макароны по-флотски. Затем еще, смотрите, я купила вот такое печенье ребенку. Оно стоило всего лишь 21 рубль, хотя обычно оно стоит примерно 40 с чем-то рублей. Вот, это печенье ему очень нравится, оно внутри шоколадное. Само вот такое вот кругленькое печенье. И за такую цену это, конечно, очень дешево и очень привлекательно. Затем мы зашли как-то в Магнит Косметик, там почему-то была акция, смотрите, тетради, 12 листов стоили всего лишь по 1 рублю. Я, конечно, взяла 10 штук и, возможно, возьму еще, потому что за 1 рубль купить тетрадь сейчас невозможно. Но эта тетрадь, конечно, в косую линеечку для малышей, но все равно за 1 рубль это очень дешево. Затем я купила вот такой скребочек. Этот скребочек стоил 10 рублей. Я даже не знаю, куда его применить, но просто меня привлекла эта цена. Я купила и буду смотреть, что с ним делать. Может быть, как-то тоже пригодится в хозяйстве. Кроме того, я еще зашла в гипермаркет и увидела там вот такую щеточку. Посмотрите, одежная щетка, чтобы чистить одежду. Она стоила всего лишь 18 рублей. То есть 18 рублей за щетку. А старая цена была то ли 59 рублей, то ли 69 рублей. То есть я считаю, очень выгодная покупка. Я взяла такую щетку. Надо было, наверное, две взять. Затем в гипермаркете Магнит мы купили вот такой сок. Персиково-яблочный. 200 миллилитров. Представьте, он стоит там 9 рублей 90 копеек. Это даже выгоднее, чем в фикс-прайсе, потому что в фикс-прайсе аналогичные соки стоят больше 12 рублей, а тут 9 рублей 90 копеек, да еще рядом с домом.
И ребенку очень нравится этот сок, он его постоянно пьет. Затем в магните тоже я купила за 31 рубль 50 копеек вот такой шампунь «Мое солнышко». Этот шампунь у нас с запахом мандарина, и его примечательно в том, что он не щиплет глазки, потому что у нас всегда большая проблема купаться, и тут спокойно купаешься, здесь 200 мл, отлично пахнет, и самое главное, не щиплет глаза. И очень дешево, 31 рубль 50 копеек, это вообще сказочная цена. Затем я купила в магните уже, не в фикс-прайсе, а в магните, бальзам с алоэ вера сорти для мытья посуды, потому что я опять попала на акцию. Если в фикс-прайсе такой стоит 50 рублей, то в магните иногда бывают акции. Я уже второй раз купила такой гель сорти за 28 рублей 50 копеек. Это очень выгодно, я считаю, тем более, что мы ими постоянно пользуемся. Затем я зашла, это было в самом конце ноября, Магнит Косметик, крем бархатные ручки, продавался всего лишь за 34 рубля. Конечно, я с удовольствием взяла этот крем, потому что он в фикс-прайсе стоит 50 рублей, а то вдруг по акции товар недели 34 рубля, поэтому я его купила. Затем тоже был товар недели, вот такой шампунь «Чистая линия». Он стоил всего лишь 50 рублей. 50 рублей, тут 400 мл. Я считаю, это тоже очень выгодная цена. Шампунь неплохой, нормальный. Не сказать, что прям крутой какой-то шампунь, но пользоваться им вполне можно. Кроме того, я купила ребенку мыльные пузыри за 13 рублей. Они бывают красного цвета или синего цвета, чаще красного. Стоят очень дешево. Пузыри хорошие, ребенок ими пользуется, и в других магазинах они стоят намного-намного дороже. Теперь хочу похвастаться самыми своими любимыми приобретениями. Значит, во-первых, была акция в магазине, посмотрите. Два геля Palmolive, если берешь два, они стоили 125 рублей. То есть, два идут по цене одного. То есть, один выходит 62 рубля и 50 копеек. Это очень дешево для гелей. Я всегда беру гели Fa или Palmolive. И всегда я беру их по акции, потому что это очень выгодно. Вот. И поэтому я их всегда беру. Мой любимый — это, конечно, вот этот мед. Он пахнет медом лучше, чем мед настоящий. Но это тоже очень хороший. Очень хорошие нежные гели. А еще я купила также два геля, но это уже были в магните, тоже зашла вдруг внезапно, и там был вот такой гель шоколадный Palmolive и вот такой клубничный, они стоили по 78 рублей, тоже очень дешево, очень хорошие гели, я постоянно ими пользуюсь, вообще я в восторге от этих гелей, я их просто обожаю, это мои любимые гели Palmolive и Fa. И еще хочу рассказать о том, как я однажды в гипермаркете Магнит купила сумку. Посмотрите, она у меня была в сложенном состоянии. Вот такая сумка. Это вместительная сумка для пляжа. Сейчас я вам расскажу. Я однажды зашла в гипермаркет Магнит в самом конце августа. Пока еще не в конце августа. Зашла в августе, смотрю, цена 349 рублей. Но я так посмотрела, думаю, ну дороговато. Захожу примерно через 2 недели, она уже стоит 174 рубля. Я решила, думаю, надо купить. И как-то забыла за нее. Потом захожу уже в начале сентября, и эта сумка стоит 74 рубля. Ну, конечно, я ее купила. И эта сумка была с нами и на Черном море, и в Геленджике, и в Новороссийске, и даже в Турции. Очень вместительная, хорошая сумка на замочке. Сюда все помещается. Вот. Единственный минус — это то, что ее не вытрешь как клеенчатую сумку. Ее нужно стирать. Я уже стирала, поэтому она уже чуть-чуть помятая. И когда ею долго пользуешься, вот здесь начинают обстрепываться немножко ручки. Но все равно, я считаю, вещь хорошая, вместительная, прочная, удобная. Вот только вот этот небольшой недостаток, но это от пользования и от того, что ее нельзя стирать. А так прекрасная вещь. Поэтому вот это все мои покупки. Сегодня их было очень много. Подписывайтесь, дорогие мои, комментируйте, ставьте лайки. Удачи всем! И смотрите ссылки в описании. У меня там будет очень много интересных видео.